Всем привет, в этом видео я покажу, как сделать задание трехцветный архив, чтобы получить у нас книгу протокола испытания вишопов, который нам нужен по заданию собрания драконов и змея. И для этого нам нужно найти самого НПЦ, который нам дает это задание. Он находится в центре исследования вишопов, и для этого нам нужно пойти из Дайнити Микош вот на вот этот вот остров. Телепортируемся сюда. Да, вот идем сюда. Залазим чуть повыше. Не обращаем внимания на Хиличуру. Идем вот на вот этот остров. Перелетаем. И на самом его краю у нас будет телепортер для перелета. Здесь у нас хиличуры, на них не обращаем внимания, идем вот к телепорту в конце острова. Так. И улетаем. Ждем вот, когда он нас привезет на место. Это у нас и будет лаборатория с исследованием вишопов. Летим сюда. Как видим, появляется на карте значок с заданием. Да. Самое главное, сюда, конечно, сюда нужно приходить ночью, потому что привидений мы видим только ночью, да. Вот идем наверх. Извиняюсь, наверх мы не идем. Он у нас здесь стоит. Вот он. Разговариваем. Разговариваем мы с этим с ученым. Вот. И идем в область, да, исследования, как нам и показывает задание. Да. Что делаем? Видим, что у нас здесь по краям, да, есть вот Гидра, Крио и Электро, да? Башни. Берем Гидро, Электро и Крио персонажей. Мне вот не хватает только Гидро. И активируем. Ой, извиняюсь, не туда. И у нас выходят вишопы сразу. Можно сразу всех трех, можно по очереди их убить. Заставляем их выйти. Вот он выходит. Ты
Вот, убиваем всех вишопов. Здесь у нас будут ящики. Исследуем. Получаем по 1000 море на халяву. Так сказать. Идем к следующему. Вот, следующий у нас электро. Активируем электро. Справляемся еще с одним чудиком. Убиваем. Забираем сундучок. Точнее, печать. У нас здесь была скрытая печать, можно так сказать. Забираем. И нужная нам книжка находится именно вот за вот этим вот за Крио. За Крио решеткой. Заставляем его выйти. Да, вот делаем, чтобы он вышел. Все. И вот здесь мы с ним разбираемся. Разбираемся, убиваем вот этого вот трио Бишопа. И заходим вот в его темницу. И книжка у нас вот здесь вот лежит. Забираем книжку нужную. И все. Задание выполнено, книжка есть. И все. И всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписывайтесь. Увидимся в других моих видео. Большое спасибо. Всем пока.